Я вообще подумал, что я, ну, встану. Меня ж, а я лягу, нахуй. У меня стол, который поднимается, понял? Мне так удобно. У меня просто, блядь, так, такое, ну, удовольствие ебаное какое-то. Я в ахуе. Так, мне сложно сидеть. Я как будто я ебал. Но я еще в зальчик был. Ты в зал ходишь, кстати? Я хочу начать. Но я дома занимаюсь. У меня дома есть гантели, вся хуйня, короче говоря. Я каждый день почти, типа, там, пытаюсь. Но я хочу сначала здесь дома немножко это поднабрать, а потом уже в зал пойти. Ну, тоже хорошая тактика. Но сейчас такой лысый идти в зал даже не да знаю. Да не, как. Бро, с кайфом. Ты что, ты брутально заходишь в зал, блядь, такой нахуй, блядь. Берешь тупо 40 килограмм от груди, жмешь, типа, и в ахуе. Вообще, ну, не понимаешь, да я сам нахуй 40 килограмм. Я там типы, меня будут, блядь, вот так вот поднимать. А в США. Тут есть человечина и ЦСШ. А в США. Тут есть...